almost hit by a can. Банка, хлоп, оп, а там джин. Три желания и свобода. Верь мне, я же гений. Первое. В первый день я получил собственное кафе. Второе. Для себя и для друзей свой бассейн. Но банка упала. В песок попала. И отказала. На три. Одни нули. Джин старался, но облажался. Третье желание выдай. И я на свободу выйду. Верь мне, я же гений. Зигги и Диего. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Дубль шесть. О, да. Эй, ты точно не жульничаешь? Какое жульничество, парни? Это просто сила мысли. Я выбросил дубль, так что я продолжаю. Снова дубль шесть. А это уже обман. Но не нужно портить игру просто потому, что ты проигрываешь, брат. Успокойтесь, это всего лишь игра. Слабак. Тебе нужны мускулы, мой друг. Не слушай его, Диего. Если силен разум, тело подтянется. Если разум силен, тело подтянется. Что за чушь? Да вы посмотрите на него. Он хорошо выглядит. Не слушай его, Диего. Иди сюда. Ты же разумный верблюд. Кому ты веришь? Чуваку, который всю жизнь провел в пустыне и ничего не достиг? Или талантливому джину, который путешествовал по миру и понимает, как он устроен? Правильный ответ. Слабаки ничего не получат в этой жизни, это каждый знает. Но ты хочешь, чтобы тобой восхищались, я прав? Ну, уважали? Ну, хочешь быть могучим? Ну, не слишком могучим. Ларри всегда говорит, что сила имеет разлагающее влияние. Но ты же хочешь быть с Ритой, правда? О, да, конечно, несомненно. Но Риту не интересуют слабаки, правда? Ты же видел Сэма Сахару. Он что, слабак? Как ты думаешь? Нет. Точно! Итак, ты знаешь, что нужно делать. Что именно? Загадать желание. Подумай обо всем, что ты получишь, если будешь самым сильным верблюдом на свете. Восхищение. Уважение. Джин, я загадываю третье желание. Я хочу быть самым сильным верблюдом в мире. Силы придите, желание выполните и меня освободите! Зигги, что это? Кто мне объяснит, что здесь происходит? Вы оторвали меня от тренировки. Отправьте меня немедленно назад в Джамбастан. Простите, я услышал, что вы сказали «тренировка». Да. Правда? А какой вид спорта, осмелюсь спросить?
Метание тракторов. Джамбастан славится самыми лучшими метателями тракторов в мире, а тренирую их я. Ну, раз уж вы здесь, может, потренируете моего друга Диего? Что? Его? Не думаю, что он когда-нибудь даже холодильник метнет. Сплошная трата времени. Я ухожу. По крайней мере, дайте ему попробовать. Например, вызовем такси, и пока будем ждать, дайте ему несколько советов. Подождите, подумайте о рекламе. Тренер Джамбастана добился невозможного. Это может сделать вас известным. Я уже известный. Ну, конечно, если вы не в состоянии, тогда другое дело. Что ты сказал, маленький плут? Лично я уверен, что вы... Но когда я позову других тренеров заменить вас, слова могут сорваться и испортить вашу репутацию. Знаете, чугунного тренера раздавил тряпка Диего. Но знаете что? Я ведь могу ошибаться. Ты! Какой бы ты ни был, прекрати крутить пальцами и начинай разогрев. Живо! Три! Четыре! Три! Четыре. Давай, двигайся. Да, работай телом, Диего. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Диего, Диего, Диего. Я больше не могу. Поднимайся, червяк. Я хочу, чтобы ты колол камни руками. Ого, это так круто. Я хочу знать, как это делать. Давайте тренироваться. Что мне делать? Первое упражнение. Нулевой уровень. Дети в Джамбастане делают это прежде, чем начинают ходить. Ты должен выдернуть дерево голой рукой. Легкотня. Понял? Секрет в повороте запястья. О, да. Это круто. На место! Бонзай? Подумай о своей репутации. Перерыв. Я сделаю тебе массаж. О, трактор! Где? Диего, как проходит тренировка? Парни, вы должны мне помочь. Где он может быть? Никто не убежит от моих тренировок. На ноги, червь! Ты не узнаешь, как разбивать камни надвое, если будешь путаться со своим дружком хиппи. За работу! С двойной силой! Правда? Я собираюсь разделить этот камер надвое всего лишь с помощью силы мысли. Разделить камень силой мысли? Я должен это увидеть.
Меня зовут Червь, у меня очень сильный мозг, и я собираюсь расколоть камень всего лишь силой мысли. Это ни к чему не приведет, тренер, нужно вернуть его к тренировке. Ты прав, маленький плут. Вперед. Не могу поверить. Он это сделал. Он стал суперсильным. Может, сильным духом. Но он это сделал. Сделал! Как ты это сделал? Я просто не верю. Научи меня. Когда ты сможешь разбить этот тренировочный булыжник только силой своей мысли, я смогу научить тебя своей технике. О, да, пожалуйста. Ты должен пойти в пустыню. Найди тишину, прежде чем что-нибудь делать. Конечно. Тишина. Это очевидно. Спасибо. Спасибо, парни. Вы просто чудо. Нет проблем. Если нужна афера, я всегда готов. Выходи, Зигги, не дуйся. Тренер и я не сошлись во взглядах. Ничего бы не вышло. Совсем забыл. Я же не попросил тренера поднять для меня холодильник. Видишь, Диего? А вот и сила мысли.